Я даже и не заметил, где. Следующий поединок. 38 килограммов. Как мы видим, Сурен Авдалян с красным поясом. Армения 11 лет, первый разряд. И Арби Акуев, Чеченская республика, 11 лет, первый разряд. Активно начал Авдалян. Ну, посмотрите. Мало того, что бросил, еще как он активно продолжил атаку. Как он держит баланс. Пытается его бросить. Арби Акуев нет, не дает. И занял опять доминирующую позицию. Выкручивается. И все время он ищет момента и удобной позиции для атаки. Немножко потерялся Арби Акуев, даже не понимая, где соперник. Он со всех сторон одновременно. Сейчас бы еще удушение вот очень хорошо можно было бы сделать. И руку взял на болевой. Какой спектр технических действий разнообразных демонстрирует Авдалян. И бросок был амплитудный, красивый. И ударная техника, и в добивании, и в атаке. И сейчас в партере болевой пытается. Но смотрите, но сейчас очень грамотно Арби Акуев несколько баллов отыграл. Почему? Потому что находился на спине Сурен Авдалян, и он пытается сделать болевой, но он, может быть, не знает особенности правил. Но за эту атаку дважды Арби Акуев оторвал Авдаляна от ковра и дважды уронил его, заработав каждый раз, по-моему, даже по 2 балла, потому что было, фактически это было броски с приземлением на спину. Но сейчас Авдалян отработал пару баллов, бросил тоже на спину с отрывом обеих ног и опять продолжает. Что мне за это ему даже сопернику отсчитают нокдаун. Это был удар не коленом запрещенный, а удар в добивании голенью в щитке. И все равно, конечно, опасный достаточно удар. Вот мы видим табло. Счет 17-5 в пользу Авдаляна. И это полностью отражает то преимущество, которое он имеет в этом поединке. Весь спектр действий показал он. И технических, и бросковых, и удержания, и добивания, и удары. И ногами, и руками. И для спортсмена 11 лет это, я вам хочу сказать, ну, это, как бы термин-то подобрать, синоним. Это даже не достижение, это, то есть это редко увидишь. Поэтому, наверное, и слово так сходу не подберешь, потому что это совершенно нестандартная, на мой взгляд, ситуация. Такой широкий спектр владения действий. Спортсмен с красным поясом Авдалян побеждает, и, насколько я понимаю, он побеждает досрочно, буквально там за несколько секунд до конца. Почему? Потому что в поединках у юношей и у младших юношей действует правило 2 нокдаунов. У взрослых правило 3 нокдаунов, пояс становится после 3 нокдаунов в раунде.